области. К 13 апреля городская администрация планирует убрать в столице мусор. Территории разделены между управляющими компаниями и муниципальными организациями. О том, как убирается в городе мусор, наш следующий репортаж. Таким большим мешкам позавидует, пожалуй, даже Дед Мороз. В них подарки, которые горожане сами приготовили себе к весне. Пластиковые бутылки, окурки, новогодние хлопушки и обертки. Все, что копилось долгие месяцы под снегом, сейчас предстало перед чебоксарцами во всей красе. Теперь, чтобы избавить город от такого зрелища, придется потрудиться коммунальным службам. Вот мы получили задание, приступили к работе. Граница у нас начинается вот юго-западный бульвар с этого тротуара. Свое почистили, то это территория рынка, они наверняка уберут и дальше пошли. Можете снимать, уже у нас чисто. В дальнейшем там не люди работают, рабочие работают, машина, погрузка идет. Можете сами своими глазами убедиться и посмотреть. Последствия такой бескультурной зимовки пугают даже опытных коммунальщиков, которые, казалось бы, привыкли ко всему. Объем работы у нас ужасно большой. Даже словами не скажешь. Страшно. В каждое окошко, где все, фунфурики, видите, вот это все. Некоторых тихий магазин, наверное, устроили. Выкидывают счет, чего только нету. Начинает кукол и начинает фунфуриков. Ежедневно с улиц города выводится мусор, собранный мусор, около от 10 до 15 единиц самосвалов. План задания корректируется главой администрации города совместно с главами администрации районов и другими предприятиями, обслуживающих город, ежедневно. Впрочем, это не предел. Снег сошел еще не до конца. А значит, под весенними сугробами может таиться немало неприятных сюрпризов. В ожидании того, что все растает, высохнет, потом уберем, нам нельзя этого делать, ибо весна затянулась. Быстро пойдет трава, и этот мусор останется в траве, и этот мусор может сохраниться до осени. Поэтому в сегодняшних условиях надо собрать то, что вылезло из-под снега. А вылезло очень много. К уборке привлекают студентов, школьников, предприятия. Но даже после генеральной весенней уборки расслабляться не приходится, отмечают коммунальщики. Чтобы улицы оставались чистыми, убирать их приходится каждый день. Да, обязательно каждый день проходим. Обязательно надо проходить. Мусор все равно кидают. Что ж, коммунальные службы в очередной раз постараются. К маю украсят город нарядными клумбами, зелеными газонами, поставят новые урны. И будут надеяться, что мы с вами не будем бросать мусор мимо. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.